Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Часто спрашивают, кто такие хариджиты, потому что это слово, этот термин часто в исламском дискурсе встречается. Если коротко, то хариджиты образовано от глагола хараджа, хараджа аля, то есть выступить против, выйти против. И исторически эти люди официально собрались вместе и выступили против четвертого халифы, имама Али, рады Аллаху анху. И именно тогда их стали называть хариджитами. Но хариджитами ученые ислама называют тех крайних мусульман, которые не только выступили против Али, да, а совершили подобные действия в истории ислама или совершают сегодня. Первая особенность хариджитов – они выступают против законного правителя, против законного государства. Это первая их особенность. Вторая особенность – они обвиняют в неверии остальных мусульман. И третья особенность – они проливают кровь, допускают и проливают кровь мусульман. Ученые сказали, что если вот эти три особенности выполняются в описании определенного человека, который считает себя мусульманином, то его ученые называют хариджитом.